Привет, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня на дворе у нас четверг, 13 апреля. Ой, крабовую палочку кушаю, вкусно. Мы вчера купили, я иногда их в суши использую. Мы вчера все купили для суши. Извините, что последние дни не снимаю, потому что, во-первых, мы дома из-за праздников. Сумасшедший дом, дурдом. С другой стороны, говорю, мы столько всего делаем. Бываем в стольких разных местах интересных. Вчера ездили на... это не ферма называется. Короче, такой магазин. На иврите это называется Миштала. Там, где вы покупаете много, большой выбор деревьев, растений, кустов, все для вашего бэк-ярда, плюс разные красивые статуэточки там можно купить. Все, что вот для дизайна вашего двора. Вот мы вчера там были, мы смотрели черешни. Костя хочет купить, у нас одна посаженная, как оказалось, она карликовая, мы об этом не знали, когда ее покупали, но вчера Костя сделал большой ресерч по черешням, и мы уже почти купили, но в конце не купили, потом решили, что на другую купить, но в общем, в результате купили только лишь, называется гузберис, на Украине они назывались агрус, а на русском... я забыла. Вот, в общем, короче, мы купили, будем садить, будем показывать. В видео, которое вы видели, которое вышло на этой неделе, единственное, я показывала, как у меня уже тюльпаны проросли, пробились красиво сквозь из земли, плюс свежие тюльпаны, это с позапрошлого года. А в прошлом году мы посадили новые, и они поменьше. В другом месте вы тоже вылезли. Значит, мы в этом году будем вот этот вот наш передний, впереди то, что такой вот квадратик, там, где у меня растет туечка, мы будем его немножечко облагораживать. Мы хотим поставить, просто поднять, ну как называется, такой левел сделать, да? Вот. Но пока мы это не сделали, надо немного земли подсвежить туда. Мне нужно веточки там обломать. Габи вчера купили ботиночки, да, для этого, для... Райнинг. Да, для дождя. Ребята, по скидке, вместо $25 за 5. Представляете? Да, Габи, тебе нравится? Да. Ой, моя зайка. Вот, так что, в общем, одним словом, мы сейчас пойдем... покопаем цветочки, flowers. Да, покопаем немножко и покажем вам немножко. Что мы там сделали? Вот какие у меня уже тюльпанчики. И вот это с прошлого года. Вот это тоже цветочки. Этот куст надо сейчас отрезать. Там роза у меня под кадой. Кастрюлькой нужно снять. В общем, сейчас все будем здесь подсвежать. Под это вот. Подкапывать немножко. Вот. А в этом году вот эти вот квадратики я хочу снять и поставить красивую, более ровную такую каемочку здесь и поднять немножко уровень земли. Flowers, да? В общем, пошли работать. Что, вот он, кафе получился, освеженный. У нас
освеженный уголок. Так что нужно будет еще, конечно, предстоит много работы. Капи, осторожно. Много работы предстоит, но уже немножко почистили. И так красиво цветочки уже распускаются. Франц. Франц, поехали. Гау. Поехали. Я стульчики наверху уже поставила. Помыла сидеть, если что, по вечерам. Так что потихоньку весна приходит к нам. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки. Вот с какого места с разного я сижу, сейчас чуть-чуть приближу. Вот такой наш маленький городочек. Вот чтобы знали, что он находится наверху, на высоте 850 метров над уровнем моря. Даже 950. Так высоко, высоко. Просто ближе нас к Богу нету. Посмотрите, какое небо красивое. Там вдалеке туристический центр. Такой там музей. Просто вот я так и сижу, вот так он такой на горочке немножко находится, рука дрожит. Там даже вдалеке, если вы присмотритесь, даже сейчас, ну что ж такое, группа стоит. Вот, так что в таком месте находится, где одни камни, каменная пустыня. Но под этой, ну, в этой каменной пустыне, немножко так, чтобы поярче. С такой любовью под каждое дерево проведены трубочки, вот чтобы вы видели, я вот просто хочу вам показать. Вот под каждую пальму везде вот такие трубочки, под каждым деревом трубочка. С такой любовью все здесь сделано. Вот такой маленький городок, у нас маленькое население, 6 тысяч всего. Вот, но посмотрите, как красиво. И я все время хочу вам показывать это, потому что... И по климату наш город, он с климатом сравнимый с Иерусалимом. У нас одинаковый в Иерусалиме климат, и там тоже гористый. Мы тоже считаемся как бы горный климат у нас, но все равно у нас каменная пустыня. У нас ночью холодно, днем жарко, летом. Вот посмотрите, как у нас красиво. Не знаю, мы любим свой город, жители. Вот, в центр поедешь, посмотришь, ну хорошо. Но хорошо там, людно, пыльно, влажно, душно. А у нас всегда свежий воздух, всегда прохладно. Мы всегда возвращаемся с удовольствием к себе домой. Вот это такое место, я с такого места сижу. Вот здесь вот это здание такое же. Вот здесь вот я с хором своим занимаюсь. Вот такой-то приматнаси у нас такое. В общем, красота. Люди у нас ходят. Живо. Сегодня очень хорошая погода, я вышла погулять, захотелось вам показать. Вот какой у нас уже сезон. Понемножечку играем. Уже все это по чуть-чуть уже оживает. Я уже почистила эту черную смородину. Тоже пусть стекаются листочки. Скоро уже... Наверное, уже в следующем месяце, в апреле еще нет, в мае уже посадим помидорчики. Уже посадим, купили вот вчера куст этого агруса, которого я сказала. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот он стоил $25 этот куст. Вот, видите, называется Gooseberry. На него, конечно же, есть обязательно гарантия, что если он в течение года что-то происходит, можно его сдать обратно. Вот так это будет выглядеть. Красиво. Вот. Ну, это как-то так.
Вот, так что наработались немножко на фронт-ярде. На бэк-ярде сегодня работать не буду, потому что здесь мокро, еще после дождя все, даже ходить не очень хорошо. Должна просохнуть земля. Ну, чуть-чуть хотя бы просохнуть, чтобы более-менее можно было с ней работать. Вот, сняла с одной елки мешковину. С других не хочу снимать, потому что просто все мокрое, не подступиться. Ну, я могу, конечно, переобуться и все такое, но не хочу. А, не все в один день. Нужно немножко все-таки поработать, присыпать, конечно, земли, подсадить травы в некоторых местах. Это как раз тот период. Спасибо, Габи, я сейчас покушаю. Ага. Готова уже? Да. Так, у меня тут телефон сразу. В общем, я довольна. Погода, дай бог, чтобы уже такая оставалась. Конечно, еще вчера было достаточно прохладно. Я даже на вечернюю прогулку не пошла. Обычно я уже стараюсь ходить. А по утрам еще мне не удается. Не только не ходить, но и вставать каждое утро не удается. А, ну, потихонечку все налаживается. Что, доча? Пожалуйста, не трогай это. На этой неделе я обещала разговор все-таки про образование. То... какой взгляд на это имею я. Я постараюсь... Я, знаете, могу рассказывать очень долго, вы знаете, но я постаралась как-то... Я уже долго анализировала это, как бы, что я хочу сказать, и как я хочу сказать, и какие-то основные точки. И, скорее всего, я как-то сформировала это в своей голове. И сегодня я отвечу, наверное, на этот вопрос. Постараюсь. У меня сегодня поездка на музыку есть, и в дороге, наверное, я отвечу. Плюс мы идем... С Идошей, наверное, зайдем в магазин, потому что из-за того, что как бы Истер, на Истер все закрыто. В пятницу, по-моему, и в субботу, или в пятницу и в воскресенье. Короче, все будет закрыто, поэтому все равно нужно подкупить там хлеб, молоко, там такое. И посмотреть, что по скидкам есть. Посмотрим газетки сейчас с вами вместе, некоторые вещи вам покажу. И сегодня вечером я постараюсь ответить на этот вопрос. Так, сейчас мы уже почти с вами подходим к вечеру. Время без 15:05. Костя выйдет сегодня с работы пораньше. А я хочу просмотреть некоторые газетки, которые пришли. Кушаем, детки, кушают. Так, фудбейсики сегодня. Так, на этой неделе виноград 99 центов. Ну, ананас, it's okay. Сыр Костя купил, масло по скидке. Но у нас масло есть, Костя покупал зимой достаточно по скидкам. Так, здесь все, что я уже не беру, сразу назад переворачиваю, на заднюю страницу. Так, хлеб по скидке, который я беру в Костко. Габи, ты видишь, что происходит, когда ты играешься во время еды? Так, соки, что здесь, шмоки, короче, неинтересно. Так, это я потом буду смотреть. Так, что в Ноуфриле у нас? Happy Easter, завтра у нас Easter. Так, два дня будет продаваться вот этот Cook Ham. 13 апреля, это по идее сегодня. Да, сегодня, 13 апреля, это сегодня. То есть сегодня можно заскочить, взять такого мяска. Получается, паунд за 97 центов, килограмм за 2,15. Это очень хорошая цена. В чем дело, дети? Иду, Габи, подними вилочку свою. Иду, не трожь ее. Пожалуйста, Габи, подними свою вилку. Апрель, так, вот доллар 97. А сколько картошки? А, 10 паундов. Вот картошка по скидке сейчас надо взять. Здесь, кстати, тоже сыр по скидке, но здесь, по-моему, другая фирма, чем Габи, некрасиво. А, здесь Black Diamond, да, это, а здесь Armstrong. Это разные фирмы. Там 3,97, здесь 3,77, даже дешевле, чем Food Basic. Так, даже есть какие-то морепродуктики. Так, что у нас здесь? Виноград дороже, там по 99. Арбузики, кукуруза 3/2, это еще дорого. Мандаринки 2,97. Так, что здесь еще такого есть так быстро? А, вот это 67 центов надо будет взять. Я люблю этот бульон, когда он по скидке. Не бульон, а подливу. Это машрум крем. Так, что у нас здесь еще? И больше ничего интересного, потому что я беру. И, Дошенька, отстань от нее, пожалуйста. Что ты хочешь от нее? Так, Walmart у нас тоже здесь. У нас, значит, огурчики 77 центов, помидорчики 77 центов. Нельсон, здесь масло тоже по скидке будет. Так, ну здесь такое все я не беру. Я вообще, в принципе, в Walmart еду, ну, не беру. То есть какие-то там
избранные, редко я что там беру. Так, только если вдруг что-то по скидке или что-нибудь такое. Колбаски всякие какие-то. Мясной отдел можно что-то иногда подобрать. Габи, я тебе дам, только если ты тихонечко будешь кушать. Я тебе налью. Так, вот здесь у них тоже сыр по 3,77. Сейчас, видимо, сыр во всех магазинах. Вот Армстронг такой же, как и в No Frilly. Тоже Армстронг 3,77 и здесь 3,77. Абсолютно одинаковая цена. Вот можно наблюдать. Вот и вот. Так что скидки везде одни и те же. Поэтому я смотрю, что в No Frilly можно сегодня заехать и подкупить то, что я хотела подкупить. Так, порошки пока что у меня все есть. Мне ничего не нужно. Моющие средства, домашняя химия вся есть. Это всякие подарочки на этот, на Истер, на Пасху. Так, что здесь, игрушечки? Меня они тоже, в принципе, не интересуют. Так, непонятно что, всякое такое для машин. Я люблю так просто просмотреть, потому что, может быть, сегодня я после музыки, до музыки, у нас сегодня урок по музыке, мы перевели с вас субботы на четверг пока что, потому что получается, что в субботу все занято. Сейчас, Габи, сейчас, в субботу все занято получается, сейчас весна, хочется гулять, это как бы у нас так посредине дня, вот, посмотрите, кстати, вот этот вот фраер, да, ну вот фраер, блин, звучит смешно, фраер, ну это то, что для глубокой жарки, фритюрница, вот, вот всякие крок-пот, слоу-кукер, вот этот вот медленный кукер, это вот кастрюлька, как у меня, тоже меня спрашивали, что я с ней делаю, я сказала, для чего это и как это. Так, что здесь из детского интересного? Ничего нету, ни постельного, ни полотенчик, ничего такого, лаки. Обувь я не беру. Ну, я беру иногда что-то детское, но не всегда. За такую же цену можно купить в более хороших брендах обувь. Так, что здесь у нас еще? Лаки, шмаки. Все, в принципе. Так, что еще из еды? Так, это Брикс я потом буду смотреть, это потом. Все, я именно хотела вам с едой показать. Все остальное это уже не еда. Получается, музыка из-за того, что она была в субботу у нас посредине дня, в 2 часа практически уже. С часу 30 перешло на 2 часа, а потом уже и на час, на 2.15. Я говорю, знаете, это у нас просто стак посреди дня, и мы не можем никуда поехать. Как бы это выходной день, хочется куда-то поехать, сейчас хорошая погода, что-то увидеть. Поэтому я попробовала пока что на четверг вечером перенести, как бы перед хором. С хором там немножко накладочка получилась, потому что сейчас они в конце с этим отрывком оперы выступают в опере. Вот, отрывок участвует прямо вот в опере, которая поставлена, и там отрывок есть, и они будут там петь. И, конечно же, я тоже должна была там петь, но так как последние два раза я пропустила, плюс это в даунтауне, я сказала, что, во-первых, я добираться не собираюсь самостоятельно, во-вторых, у меня просто нет возможности, всем уже нужно быть там, это мне нужно выбраться, я не знаю, во сколько, в 5, чтобы туда нормально вовремя прийти, чтобы потренироваться и так далее, и так далее. Вот, и поэтому я... трогает ничего, Габи, он ничего не трогает. И до 5 минут у тебя есть, сынок. Вот, и поэтому, в общем, короче, у них сегодня генеральная репетиция в этом месте, а в следующую среду у них выступление. Сейчас, Габи, я помню. Вот, и в четверг, в следующий, получается, у меня хор. Так я так поставила урок, чтобы он был перед хором, в 7.30 было место. Получается, что в 7.30 он будет идти на урок, и в 8 я буду идти на хор, он будет идти со мной. Ну, в общем, посмотрим, как это будет выглядеть вечер, насколько он будет уставший, посмотрим, как будет работать. Если работать это не будет, то значит мы перенесем на какое-то другое время. Вот, или в субботу вернемся, будем пока что, посмотрим, как это будет. Музыка идет тяжело, левел уже тяжелый, и это все не так просто. Разбор произведения только происходит 2-3 дня, и потом... 3 дня мы его наигрываем, и, в общем, приходим на урок, и там уже это идет полировка и оттачивание произведения, и уже потом мы тренируемся над этим. То есть тоже все тяжелее пошло. Несколько учебников параллельно, и, в общем, не все успеваем одновременно делать, как я думала. Тяжело. Вот. Ну, в общем, одним словом,
сегодня перед уроком заеду в No Frills, после урока планирую заехать в Walmart. И посмотрим, что я возьму, что куплю. Возьму вас. Помимо всего остального, сегодня четверг, но завтра пятница. У нас вон кухня. Габи, тихонько. Ну, ты что такое кухня? Вчера мы все купили для суши. Я купила свой рис. 7 килограмм. Он для суш. Я его сейчас буду варить. Костю такой сюрприз небольшой. Так. Сначала я пересыплю, у меня контейнер именно для этого риса. Надрезаем. Пересыпаю. Так. Отлично. Так. Очень осторожно. Так, это пересыпали. Теперь я беру мерочную чашу свою. И она. Вот она. Беру чашку, стакан, 2 стакана, потому что я буду еще сделать 2 разных вида, это будет для нас, для всех, ужин. На стакан риса, стакан и 1/4 воды холодной. То есть, если у меня 2 стакана, то у меня будет 2,5 стакана воды и 2/4. Налила. Многие промывают немного рис, но все зависит от риса и от вашей системы приготовления. Я вас ни в коем случае сейчас не учу варить суши. Варить, блин, сказанула готовить суши, но просто вам показываю, что я их делаю сейчас, и все. Я не буду подробно, пошагово все показывать, просто показала, что это рис, который я покупаю. Эта упаковка стоила $15, по скидке было что-то за 13. Здесь 15 паундов. Что значит? 15 паундов это 6.8 килограмм. Еще одна еда. Дай боже. На. Так. Все, так что я ставлю. Я не солю, я ничего не делаю, потому что потом я добавлю, когда оно уже почти приготовится, в кастрюлю прямо я залью рисовый уксус. Этот у меня уже закончился, его вылью. Обычно где-то полстакана. Я лью на глаз абсолютно. Вот сейчас я купила в TNT другой рис, другой рисовый уксус. Так что вот у меня есть, без них, конечно, суши не суши. Вот, будут у меня крабовые палочки в сушах. Обычно я люблю с авокадо, но будет еще красная рыба. Копченая. Селмон. Смоукд селмон. Все. И огурчик. Вообще люблю авокадо еще, но авокадо нету, поэтому это будут они раздельные, потому что детки любят с этим, я люблю с тем. Все, накрываю крышкой. Без соли, без ничего. Потому что потом же мы с соусом это едим, и так много соли, поэтому я соль перестала давать. Все, короче, это у меня готовится. Вот, тем временем газетки мы посмотрели. Мы посмотрели, что выгодно действительно получается идти в No Frills сегодня. Так. И потом, возможно, я заеду еще за помидорками и огурками в Walmart. Мне помимо этого там еще кое-что нужно будет. Но пока что вот я возьму вот эти 2 газетки. Так. Все, все, вроде бы это все. Пошла немножко сюда, поиграю перед уроком.
Ну что, у нас вечер, время 6:30. У меня есть еще буквально полчаса заскочить. В 7:30 у нас урок. У меня есть полчаса, чтобы заскочить в магазин, как я и говорила. Взять то, что я хочу. Может, на обратном пути в Walmart, но это уже будет потом. Буду смотреть по ходу дела. И пока я буду ехать, я хотела немножечко, буквально по пунктам, рассказать про образование, а то, по крайней мере, как я его вижу, и какие-то основные точки для меня. Я думаю, что это станет какой-то отправной точкой для многих родителей. Возможно, многие со мной не согласятся, но я вам хочу сказать, что это уже путем исследований не одного года, беседы не с одним родителем. Я читаю даже литературу на эту тему, именно книги, написанные американцами даже на эту тему. Соседка моя с малышом. Привет. Так, дети тут на машинах. Привет. Привет. Так, фон disconnected. Так, все, проверяем, выезжаем. Значит, я хочу начать с основной точки, я думаю. Она основная, основополагающая. Я думаю, поняв эту точку, вам вообще ничего не нужно будет объяснять. Дело в том, что когда мы приезжаем в другую страну, в данном случае давайте мы будем говорить о Канаде, мы приезжаем с каким-то определенным багажом своего знания, своего опыта, своего представления о жизни. И мы представляем, что для нас школа – это некое заведение, которое, вне зависимости от того, из какой семьи ты вышел, дает какие-то основные базовые знания, благодаря которым ты, по идее, потом смело шагаешь в жизнь, поступаешь там в университеты, там, да, в институты, и, в общем-то, шагаешь по жизни, высоко подняв голову. Образование, по крайней мере, в нашем бывшем Советском Союзе, будем говорить так, считалось важным аспектом, оно поддерживалось как родителями, так и школой. То есть не только родители говорили, садись делать уроки там, но и школа требовала. Школа требовала выполнения домашнего задания, школа давала знания, давала и были высокие, как сказать, ожидания от ученика. От ученика ожидалось определенных каких-то серьезных навыков и умений. Чем старше был класс, тем больше навыков и умений нужно было проявлять. Сейчас со всем этим багажом и знаниями мы приезжаем в новую страну как под названием Канада. И мы пытаемся, как бы, да, ну как же, ну вот школа. Сейчас, кстати, я хочу вам подметить, что я говорю про среднеобразовательную школу, первых-вторых ступеней, не старший класс, то есть до 8 класса. Это очень важно подметить, потому что потом немножко другая история, об этом мы будем говорить в другой раз. Я думаю, что здесь я не уложусь. А мы говорим про классы с 1 по 8. Вы приходите, вы ожидаете, что школа должна научить ребенка читать, писать, считать. И, в общем, перечень бесконечный. То есть это как бы обязанность школы. Дать ребенку эти знания. С этим подходом вы приезжаете в эту страну, и вы ожидаете, что так оно и должно быть. Но дело в том, что ключевой момент, почему я с него начала, и почему вот он важный является, это со временем все родители к этому приходят, возможно, не все. Но вы должны понять, что здесь это так не работает. Здесь школа вам ничего не обязана. Она не обязана давать вашему ребенку... Она не обязана давать вашему ребенку знания, даже базовых вещей. Не должна. Как только мы понимаем момент, что школа ничего не должна, потому что здесь к этому такой именно подход, школа вам ничего не должна. Все, что вы хотите дать своему ребенку, вы даете сами. Хотите, чтобы он получал хорошие знания по математике, вы даете ему знания по математике. Вы хотите, чтобы у него было письмо, чтение, вы все ему даете. Школа не в состоянии дать всего того на том уровне, как вы хотите. Это обязанность родителя. Я знаю, что это звучит смешно, я знаю, что это звучит нелепо, странно. Можете называть это как хотите.
Но это правда. Правда заключается в том, что вы сами ответственны за своего, за образование своего ребенка. Ну, не только за своего ребенка, как за ребенка, а и за его образование, то, что он будет знать и уметь. Это не обязанность школы и общества воспитывать вашего ребенка и давать ему знания. Вот такой здесь подход. То есть резкая вообще перемена мышления. То есть не школа должна, а родитель должен. Понимаете, в тот момент, пока вы это осознаете, это не ко всем это осознание приходит, но когда это приходит, у вас вообще к школе никаких претензий нету. К школе вообще не может быть никаких претензий здесь. Все, что вы хотите, вы даете сами ребенку. Да. Пусть это звучит нелепо, вы можете быть со мной не согласны, но это так. Школа здесь играет роль бэбиситтера. То есть это то, это такая функция, когда ваш ребенок 6 часов находится где-то не под вашим присмотром. За ним присматривает школа. Параллельно к этому школа его еще чему-то там иногда учит. Она не должна давать никаких супер помпезных знаний, с которыми ребенок шагает в жизнь. Она, да, там подтянет человека, который там не научился читать дома. Она подтянет или там в группе в садике, в старшей. Она, Дошенька, ты мне сейчас мешаешь, потому что я не могу сосредоточиться, мне нужно досказать мысль сейчас. Она не подтянет вашего ребенка по каким-то более серьезным аспектам, если там будут проблемы большие. Но она подтянет по базовым. В начале класса, в первого, если кто-то не умеет читать, они подтягивают. Да? То есть в конце первого класса все сравниваются. Дальше. Следующий аспект. У нас всегда было стремление в наших школах, в моем поколении, так сказать, стремление к сильному. Все равнялись на сильного. То есть в классе всегда есть лидеры, да, какие-то определенная пятерка, скажем, там отличников и хорошистов. И на них как бы подтягивался весь класс. Здесь все наоборот. Здесь подтяжка на самого слабого. Здесь подтяжка идет к самому слабому, для того, чтобы никто не чувствовал себя ущербным. Чтобы дети росли без комплексов, без ущербности, без вот этих вот вещей, что я не могу, что я там слабак, что я там двоечник. Вот этого здесь нет. Поэтому в этом плане все слабое. И, конечно же, я не могу сказать, что нет никакого образования. То есть, в принципе, нет. Из моих слов, я думаю, вполне понятно, что образования здесь просто нет. То есть, просто нет. Мы говорим не про образование в общем, а я говорю про первый и восьмой класс. Поэтому все, что вы хотите дать своему ребенку, вы должны дать сами дома или с репетиторами, с учителями частными. Требовать от своих детей также. Вот. Это уже все отдельные аспекты. О них это отдельно, если вы хотите, мы будем говорить. Но вот это, я думаю, основное. Та точка отправная, от которой, я думаю, мы оттолкнемся. И вот как бы те пару вещей, которые я хочу добавить, вам будут более ясны. Равнение, я сказала, на слабого, чтобы не было ущемленности. Для них здесь важно больше воспитать социальную сторону. Они не считают, что все должны быть профессорами. И это так. Здесь профессора нужны, но не так важны, скажем. Рабочая сила здесь важнее. Сейчас я чувствую, чтобы вы меня не поняли дословно в том плане, что образование. Образование, если мы говорим про высшее образование, про институты, да, про университеты, здесь все это супер уровень, мы про это не говорим сейчас. Лучшие умы, я знаю, выходят тут из университетов и так далее. Но туда дойти — это большой труд. И я хочу здесь сказать про школы и районы, по поводу программы. Как таковая программа, конечно, написана. То есть примерные ожидания, что ребенок должен знать в конце каждого класса. То есть есть определенная рамка какая-то, да, что он должен знать. Эта рамка не такая уж там высокая, завышенная, какие-то там определенные вещи. Но как таковой программы написаны, да, как у нас там были прописаны темы, которые должны были быть в четверти, там такие-то, допустим, такие-то книги должны быть прочитаны по литературе, да, но, например, если я с вами говорю, здесь этого нет. Здесь каждый учитель поет свою песню.
То есть в конце года все дети, в принципе, выходят с одинаковыми знаниями в плане того, что они должны пройти по программе, но не обязательно, что они параллельно во всех классах идут и по одной программе занимаются. Каждый учитель, у него своя программа, он разрабатывает, у него свои материалы, своя программа, свой подход, все-все разное абсолютно. А дальше. В этом отношении я хочу сказать, что еще хочу подчеркнуть, всегда кричат районы и оценки школ. Я плевать хотела на рейтинг школ. Это полный булшит. Полный булшит. Потому что что значит хороший район? Вы придете в новый район, в котором 10 лет. Школа еще новая. За 10 лет в этом районе не может быть достаточно большой истории для того, чтобы сказать, что эта школа плохая или хорошая. Как правило, она еще будет хорошая. Школа, которая находится в районе, которому 60 лет, если она будет хорошая, вот это уже действительно как бы задуматься, что действительно может быть она хорошая. Поэтому как бы да, район, новый район, как правило, хорошая оценка школы, запомните. И это ни о чем не говорит. Следующее, что я хочу сказать, сайт вот этот вот, в котором рейтинг школ, он не всегда очень сильно так и обновлен. Опять-таки эти оценки смотреть, если, знаете, там все на 5, но равняются на самого слабого, это не значит, что вы пришли, а там все дети звезды с неба ловят. Это значит, там могут сидеть полностью дети, знаете, с туго развитой вообще какой-то мыслительной возможностью, способностью. Но они из, будем говорить так, ну не из обеспеченных семей, но свой средний класс плюс, которые не устраивают, не делают большой бардак в школе, не из благополучных семей, понимаете? То есть больше благополучных семей, дети более спокойные, меньше проблем, больше оценка школы. Это не значит, что она хорошая, потому что там учатся, знаете, все академические умы. Нужно понимать, из чего это строится. Поэтому оценка – это достаточно скользкая вещь, я к ней отношусь абсолютно никак, потому что еще почему? Все зависит от директора. Директора меняются здесь почти каждые 4 года, меняют директора, если что-то он не натворил или не уволился, или его не перевели раньше. Обычно, значит, каждые 4 года меняют директора. В любой школе обычно так это происходит. А для того, чтобы был свежий влив энергии, чтобы не было какого-то там, да, определенного диктатуры и так далее. Поэтому, в принципе, это важно. Как правило, первый год правления нового директора, он всегда сильный. Второй год показывает истинное лицо. Вот у нас так было, когда мы пришли в первый класс. У нас был директор первый год был. Было неплохо. Вот. Второй год это было просто все скатилось, там просто до плинтуса скатился уровень школы. Ну реально, как бы, я говорю сейчас не в прямом, не то, что там вдруг какие-то дети наркоманы появились и там. Нет, имеется в виду просто общий подход к студентам, к ученикам, задания, бардак в школе, в плане отношения к каким-то мероприятиям. Все было очень ужасно организовано. Детей никто утром не встречал, никто их не провожал после звонка. То есть есть определенный дежурный, который должен за этим следить. Этого всего не было. В общем, короче, его ушли. Сейчас у нас новый директор. Вот это третий год, и новый директор, его первый год. Вроде мужик серьезный. Тот тоже был серьезный, но потом он мне вообще не нравился. Вот, этот вроде мужик ничего такой. У него тоже есть рейтинги директоров. Неплохой рейтинг. Посмотрим, что будет в следующем году. Потому что первый год это не показатель. Посмотрим, как будет в следующем году. Но это опять-таки отражается только на уровне школы, как... Знаете, ну вот, например, если есть в школе какая-то разборка, насколько быстро она решается, как эффективно решается вопрос со студентами, если есть конфликты какие-то, конфликтные ситуации, как работает родительский комитет, что происходит, какие кружки открываются, какая активность происходит в школе. То есть сейчас это все более выглядит так, как хотелось бы. Посмотрим, что будет в следующем году. Поэтому от этого тоже часто рейтинг школы может меняться. Ребята, поэтому... Вот я хочу сказать, все мне говорят, рейтинг школ, рейтинг школ. Да плевать я хотела на этот рейтинг школ, если это новый район. А здесь в основном, если ближе на север от Торонто, это все районы относительно начинаются новые. Этот рейтинг школ вам ни о чем не скажет. Все зависит от того, что вы вкладываете в ребенка, что вы ему даете, какие ваши способности, возможности. Вот так. Это то, что я хотела сказать. Я думаю, что вот... Это основные точки, вот я вам сейчас их сказала. Это то, что я надумала сказать. Я думаю, что просто из этого момента
Все остальное, мне кажется, понятно становится. Как только вы понимаете, что основной момент здесь, это я сейчас не сказала вам как какой-то свой личный вывод, это так и есть. Школа не обязана давать образование. Пусть это для вас звучит смешно и нелепо, но когда мы приезжаем с нашим советским подходом, типа с ожиданиями от школы, типа, ну как, они же должны, они же тут... Они ничего не должны. Все. Вот сразу, вот этот подход. Школа ничего здесь не должна. Школа начинает называться школой и работать так, как мы это ожидаем, в 9 классе. Об этом мы поговорим, наверное, когда я буду ехать обратно. Потому что сейчас нужно идти в магазин. Чтобы вы понимали, до 8 класса никаких ожиданий от школы. Вообще. Время 8 часов. Мы уже едем домой с Идошенькой. У нас был хороший урок. Прекрасный, замечательный. И сегодня на солнышке вот это поработала немножко. И уже такая немножко какая-то, ну не усталость. Я не хочу это назвать усталость. Ну такая какая-то расслабленное состояние. Расслабончик. Ребята, вот последнее, что я хочу добавить. Я очень четко определяю все, что я сказала, к начальным классам. Ну не совсем начальным, к средней школе. 1-8 класс. Значит, что происходит потом? Потом люди приходят в 9 класс после вот такой вот школы. Сейчас вы должны понимать, что те родители, которые понимают, что школа ничего не дает, а они должны давать, то есть они работают очень как бы hard со своими детьми, над тем, над всем, чем они, что они могут только сделать, чтобы дать им как можно больше знаний, подготовить их к чему? Не просто к их жизни, а также к старшей школе. Потому что что происходит? Приходит ребенок в 9 класс, в старшую школу, извините за освещение, и впадает в шок. То есть ребенок, который был более-менее готов, он как бы говорит, окей, это как бы левел пожестче будет, но я окей. И справляется, он может как бы справиться. Ребенок, который был в этой системе без, и родители сказали, окей, школа мне должна, то, что школа дает, этого достаточно, ведь это же школа. Если так говорил родитель и ничего не делал со своим ребенком, ребенок, придя в 9 класс, часто либо уходит со школы, либо просто чувствует себя последним лузером до конца школы, выходит как бы без аттестата и так далее. То есть сложное очень положение, а в основном дети в шок впадают, там, ну, начинаются всякие крайности другие, потому что справиться с тем наплывом, который на них обрушивается в 9 классе, сразу математика идет уровень 9 класса, а его ребенка к этому уровню никто не подготовил, понимаете? То есть школа сама, она не подготовила ребенка к этому уровню математики, который будет в 9 классе. Иногда, такое мне вот с родителями я беседовала, детей, которые вот учились в младших классах, а потом перешли в старшие, вот такое впечатление было, что они до этого учились в другой стране. Насколько, почему, я всегда спрашиваю вопрос, почему, зная о том, что такая-никакая система до 8 класса, ребенок, приходя в 9 класс, получает этот шок. Такое ощущение, что учителя как бы пришли с Луны, спустились. Понимаете, с какого-то парашюта спустились и как бы преподают в 9 классе с ожиданиями, как будто ребенок должен знать, а ребенок не знает, потому что у него нету подготовки школы до 9 класса, которая должна как бы его вести дальше. То есть этим надо заниматься для того, чтобы ребенок мог справиться с тем объемом требований, которые вдруг выступают. То есть там уровень идет более-менее уже. То есть там идет уже серьезная работа, там уже готовится, кто сильнейший, тот выживает, там уже идет, в принципе, подготовка к университету, дети уже как бы имеют свои responsibilities, они понимают, должны понимать, по крайней мере, на этом этапе, если они хотят учиться, что они хотят учить, поэтому они должны понимать, какие им предметы нужно выбирать для того, чтобы закончить хорошо аттестат. То есть тут немножко другая система. То есть они должны выбирать предметы, которые помогут им поступить потом, да, то есть баллы. И баллы, и знания предмета. То есть все, и тут начинается тяжелая работа. Если ваш ребенок был раздолбаем до этого момента, и вы говорили, что школа ответственная за все, то как бы песня спета, если ребенок сам не возьмется за голову, и вдруг у него не проснется дикое желание быть лучшим. Но это вероятность этого мала, как вы понимаете. Поэтому здесь палка о двух концах. Не спрашивайте меня, как такое может быть, что эти учителя приходят, они же в одной системе образования, да, но вот такая вот система. То есть вы должны понимать, что школа здесь – это ничего.
Поэтому школа – это ноль. Школа не дает ничего. Все, что вы даете, это даете вы. Поэтому очень много говорится о домашнем образовании. Поэтому очень много детей находится на домашнем образовании. Вот почему мы возвращаемся к этому вопросу. Как бы единственный вопрос – это вся вот эта вот social life. То, что должны быть ровесники, сверстники, общение. Ребенок должен развивать то, что он должен развивать. И, к сожалению, без социума это невозможно. Поэтому все-таки это остается основной нитью для многих родителей. Но, опять-таки, школа за вас ничего не сделает. Вот это вот ответственность за вашего ребенка никто не может нести, кроме вас самих. И четкость этого, вот вы понимаете, я понимала это уже в Израиле на каком-то этапе. Ну, вот эти большую разницу в воспитании между нашим, как вот было на Украине, и вообще в советское время. И тем, что было уже в Израиле, и даже между израильским и канадским, я уже вижу, что только вы и только вы ответственны, знаете, за вашего ребенка. Все, что с ним будет происходить. И это касается не только школы, это касается, вот, я не знаю, врачей, болезней каких-то, знаете, вот там я слышу иногда там каких-то блогеров, вот я пошла с ребенком к врачу, а врач мне сказал, что это надо то, так давайте поэкспериментируем, значит, там одно, второе, третье, десятое лекарство назначили, и потом он сказал, приди через месяц, а бедный мой ребенок мучился, и потом мы пришли через месяц, он опять ничего не сказал, ну так это ваша проблема, это не проблема врача. Значит, идите к другому врачу. Этот врач вам не дал ответов. Ищите другого врача. Ищите пути решения проблемы. За вас ее никто не решит. Вот этот вот подход, знаете, вот такой, такой, как сказать, ну вот на кого-то спихнуть немножечко вот какую-то свою ответственность. Никто не будет за вашего ребенка решать его проблемы. Только вы. Все. Точка. Что касается образования, что касается болячек, что касается, там, я не знаю, каких-то проблем, все только вы. И это не всегда в острых ситуациях. Мы сейчас не говорим про какие-то конфликтные, острые жизненные ситуации, там, жизни, смерти или там какой-то мелочах, во всем. Это все только вы. Поэтому вот это осознание, оно приходит со временем. Ко мне оно пришло только в Канаде, в Израиле даже оно ко мне так не пришло. Вот. Потому что как бы даже мой ребенок там ходил в садик. Я считала, что в садике он должен хорошо кушать, хорошо спать. Его должны учить там разговаривать. Там то, пятое, десятое делать. Окей, а ты родитель, что ты должен делать? То есть понятно, кроме своих responsibilities, там накормить, переодеть, уложить, спать, попеть песенки и погулять во дворе. Какие еще твои дополнительные? А все твое, все. Это все только ты. Это все только лишь то, что ты можешь дать. И не всегда даже ты можешь, через твое хочу, это через не хочу, потому что все это потом выливается в результате в его, в успехе вашего ребенка или там неуспехе вашего ребенка. Опять-таки никто не гарантирует, что он будет успешным, но по крайней мере вы сделаете максимум всего, чтобы что-то получилось. И будете ответственны за это только вы. Ни школа, ни общество. Нет, нет, нет. Чтобы у вас не было никаких иллюзий. Нет, все только вы. Только вы. Вот, и я это поняла. И, кстати, чем раньше вы это поймете, тем легче вам будет. И вы легче будете воспринимать эту страну, этот мир и вообще всю жизнь. Потому что это так. Это так. Не знаю, насколько я смогла это донести, но мне кажется, основной поинт был понят. И я это сказала вам не как какое-то свое наблюдение, вывод, что вот... вот я поняла, посмотрела, понаблюдала и поняла, что вот образование плохое. Нет, его просто нет, потому что его нет, потому что никто вам не брал ответственность на себя за знания вашего ребенка. И вы можете меня сейчас здесь затоптать, это так и есть. Это у нас там, в нашем воспитании, в нашем там прошлом и нынешнем советском, как бы на школе лежала ответственность там ребенка научить А, Б, В, Г, Д, Е, Ю, Ж, З и так далее. Здесь нет, 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 нету такого, никто ничего вам не должен. Все, точка, забудьте, забудьте об этом. Все только вы. То, что вы сделаете, то и будет. Не сделаете, не будет. Вот такая вот точка. Меня просили еще рассказать про разницу между частными садами и нечастными и все такое, но я в это уже сегодня не вмещу, это мы будем с вами
в другом видео все рассматривать. Вот. Ой, моя габушенька здесь. Моя зайка. Так что... Вот она. Габочка! Can I get out, мама? Не, подожди. Ку-ку! Ку-ку! Шалом, заезжай! Итак, ребята, это был еще один день с нами, уже вечер. Все уже разложились. Я сажусь и буду смотреть свой сериал Outlander. Но перед тем, как я буду его смотреть, нужно смонтировать для вас видео. Вот так надо смотреть. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за все поздравления с праздником. Я поздравляю вас и ваши семьи с праздником в ответ. Желаю вам всего самого светлого и лучшего. А также доброго утра, хорошего дня и спокойной ночи.